Сейчас будем собирать грибы. Как выяснилось, это опята. Вот собрал опята вокруг дерева. Не знаю, это какая-то грязь или слизь такая. Получилось вот одна пол коробки, короче, пол ящика. Такие вот опята. Посмотрим, что с ними делать. Вот еще одно поле, где продают тыкву. А вот тыква, которую не продали, которая начинает гнить, просто в поле высыпают, и она тут огниет. Летом цветы растут, можно собирать, кто хочет, и платить. Вот ценник, понимаете, сюда деньги кинули. Вот тыква, одна штука 50, три штуки 3,50. Поэтому возьмем сейчас три штуки. Они очень маленькие. Сейчас самые большие выберем для баранов. Но вот то, что происходит, выкидываю просто на поле. Это, конечно, жалко. За водой сейчас тоже заедет. Красава большая. Вот это большая. Более-менее. Вот это большая. Поехал за водой. Вода набирается быстро, потому что при дожди накопилась вода, и сейчас очень быстро набираем. 6 крестов надал, еще 2. И поедем, берем отвезем. Восемь канистров набрали, закрываем и поехали. Красивые листья, смотрите, какие.
пока за водой ездил. Тыкву положил в пакет вот. Сейчас приехал, смотрю. А там размножилась тыква. Оказывается, вот эти три тыквы были беременные, бля. И этот. Ну, пока ехал, родили. Понимаете? Просто там больше стало. Три большие и вот там еще. Сейчас посмотрим. Привет, привет. Посмотрим, что получилось. Ух ты. Вот. И много маленьких тыков. Тыквин. Все барана обнюхают. Привыкнут сначала. Кусайте, как яблоки. Кап-кап-кап-кап! Посмотрим завтра, что это будет. Он уже кусает, молодец. Первый пошел. Воду разлил. Ну, маленький пьет. Отлично. Молочко есть. Этого салат им привез. Тоже раздербанили. Раздербанили все. Иры, спасибо еще раз. Вот, посмотрим. Прошло где-то минуты 3-4. Что там с тыквой? Америка. Ну, кушают. Отлично. Молодцы. Вот так вот каждый день. То воду, то тыкву, то сено, то солому, то корм. Занятия есть. Такие вот маленькие потом подходят, тут интересуются. Это чешется тут от меня. Вон, все чешется. Эрик, иди отсюда. Тыкву ешь. Старая, зубов нет уже. Тебе что-то чуханят там. Скоро их резать будем. Все, всем хороших выходных, хорошего воскресенья. Остаток воскресенья. Пока.